Подписывайтесь на канал Болливуд, и вы будете в курсе всех новостей, а также узнаете все подробности личной жизни звезд. Айшвария Рай Баччан. Одна из самых красивых женщин на планете предпочла день своей свадьбы быть увешанной драгоценными камнями. Результат оказался просто завораживающим. Айшвария выглядела потрясающе в драгоценных камнях. Золотые украшения заставляли эту прекрасную невесту сверкать, как принцессу. Шилпа Шетти, стройная и чувственная Шилпа, была самой лучшей невестой. Она предпочла сохранить традиционность и была украшена драгоценными камнями. Традиционный кундан Камарбан с изумрудными каплями в нем еще больше подчеркивал стройную фигуру этой дивы. И ее баджубан в форме павлина тоже выглядел потрясающе. Видя Бала сохранила свой традиционный южноиндийский облик и была украшена замысловатыми золотыми храмовыми украшениями. Ее шейные платки были не броскими, но великолепными, а подходящие к ним серьги еще больше подчеркивали ее внешний вид. Ее свадебные украшения были разработаны Амрапали. Это платье предназначено для тех невест, которые хотят выглядеть по-королевски, но при этом сохранить его простым и элегантным. Эша Диол. Эша завершила свой образ красивыми золотыми украшениями и выглядела очень красиво в своем тяжелом саре. Поскольку у нее была свадьба в храмовом стиле, она выбрала дизайн ювелирных украшений, помня о традиционной теме. То, что выделялось из всего ее облика, была ее матапати, которая была изюминкой ее драгоценного взгляда. Аеша Такия. Свадебный образ Аеши может просто заставить вас подражать ей. Потрясающая невеста выглядела шикарно в своем выборе украшений. Украшенная бриллиантами, Айша выглядела очень шикарно. Ее бриллиантовое колье выделялось среди драгоценностей, которые она носила. Внимательный взгляд на ее выбор украшений говорит о том, что она выбрала только бриллианты и не смешивала их с золотом или кунданом. Бипаша Басу. Ни одна другая невеста не выглядела бы так потрясающе красиво, как Бипаша Басу в день своей свадьбы. И мы говорим это не просто так, это действительно факт. На ней был шейный платок, усыпанный зелеными изумрудами. Усиливалась и пополнялась ее тика и носовое кольцо. Как мы можем забыть оценить ее выбор хатфулов, усыпанных жемчугом, золотом и польками? Анушка Шарма. На своей свадьбе Анушка блистала потрясающими ювелирными украшениями. Анушка носила многослойные ожерелье из жемчуга. Санам Капур. В день своей свадьбы Санам Капур выбрала идеальные украшения, которые подходили к ее красному костюму Дулхан. Актриса была в своих многослойных золотых украшениях, усыпанных разноцветными камнями, добавляя к ним немного драматизма. Она носила красивую, усыпанную жемчугом матапати, не обращая внимания на кольцо в носу.